Всем халловьте, дорогие друзья, и добро пожаловать на пятую серию по замечательной игрушке Operation Tango, которую мы проходим вместе с Юрой с канала «Хочу играть». Всем привет, друзья! Погнали спасать мир! Если вы не видели предыдущие серии, обязательно посмотрите, я оставлю ссылку на плейлист в описании видео. Ну а мы начинаем. Ну чё, погнали? Да, давай. Я сегодня агент, Думриэль, хакер. Да. Так... Сингапур. А, не, подожди, какой Сингапур? Пятая миссия. Да, друзья, да, да. У нас просто произошел один небольшой казус. Пока мы проходили пятую миссию, в игре была багованная часть. Так, доброе утро, агенты. Уничтожив главный сервер, вы нанесли по операциям Сайфера тяжелый удар, но мы все еще не можем найти его физическое местоположение. Чтобы найти его, нам нужна информация о судимости Сайфера, которую можно достать в Аргентине. К сожалению, дипломатические переговоры с Аргентиной зашли в тупик, поэтому у нас нет другого выбора, как проникнуть в их федеральную разведывательную организацию. Конечно же, комната для улик охраняется и находится глубоко. Доберитесь до нее и вынесите личные вещи Сайфера, но сначала вы притворитесь уборщиком, чтобы войти через парадную дверь. Удачи. Нормально, такой уборщик в костюме. Ну да. Я говорю, в общем, баг у нас был, мы почему-то не могли пройти на других ролях. Да, поэтому мы сегодня, так скажем, традицию нарушили, и вторую серию подряд я хакер, а Юра у нас шпион. Да, ну как мы заметили, можем поменяться ролями, потому что, будучи агентом в прошлой серии, я, так сказать, был хакером. Так, ну что... У меня тут есть выбор уборщиков. Мне надо уборщика выбрать. А, мне по расписанию нужно посмотреть 13.21, да. И показать только сегодня. Так, Паулина Агуайо, Лидия Габриэла, Фернандо Мата, Бруно Ароско. Вот, по Паулину тебе передаю. Насколько я помню, она там по графику подходит. Да, принять. Я буду Паулиной. Угу. Так, ну теперь надо. Да, теперь активировать сканер. Угу. Принять. Наш любимый дешифровщик. Да. Так, я вправо-влево. Ага. Ай-яй, что-то я как-то сильно. Так. Давай. Оп-оп-оп. Блин, я. А, все, давай, сейчас, короче. Ты его как-то сильно вправо сейчас увел. О. А я потом, если что, влево. Спеваем. Вот, нормально. Ага. Так. Друзья, они ездят иногда бывает сами. То есть ты его типа вправо направляешь, а он чуть сильнее, чем ты как бы его направил. Ну да. Ждем, пока проедет. Да, давай. Оп. Да. Оп-оп. Во. Нормально. Так, давай сразу, наверное. Тихо. Супер. О! Первый? Ну, мы уже надраконились с тобой. Ну да. Так. А, так, подожди, что, подожди, нет. IP-адрес мне скажи, который мы сейчас получили. А, точно. 618. Ага. 978. Ага. 102.016. 102.016. Подключаюсь. Так, стой, подожди. А, ну заходи. Я сканирую. Здравствуйте. Обнаружено подозрительное устройство. Ладно. Игнорируем. Комната для улик находится в самом низу вентиляционной шахты. Начните с отключения лазерной системы и вентилятора, блокирующих вход в шахту. Отключите лазерную систему и вентилятор. Так, сейчас карту тебе дам. Все, принял. Да, давай, да, вижу. Я тебе вон эмоции отправляю. Так, ну давай. Поехали вправо, наверное. Так. Сюда получается, да? Ага. Вроде бы.
Сейчас, подожди, я не могу. А, подожди, где я? А, все, понял. Выезжаю. Так, получается, я должен управлять рельсой, да? А ты на роботе едешь. Да-да-да, сейчас я вот подъезжаю уже. Ну-ка, интересно, ты не пробовал в человека врезаться? Не, не пробовал. А, не, он никак не реагирует. Типа, так и должно быть. Ну, это же робот. Ну, конечно. Ну, да нет. Так, я на месте. Так, надо скорость на минималочку поставить. Давай. Тут, получается, на эти лазеры нельзя заезжать, иначе поднимется тревога. Ну да. Давай сюда. Мне кажется, блин, я могу просто ехать, не отпуская, и ты, если будешь двигать мне рельсы... Мне тоже кажется, но вдруг у нас будет какой-нибудь несинхрон, и... Ну да, да, давай лучше перестрахуемся. О. Так, там еще, по-моему, да, вперед надо проехать. Да, чутка вперед еще проезжай, вот прям еще чуть-чуть и все, вот, вот все, так, да. Падаю, да? И теперь, да, падаешь. Давай, вию, хорошая работа, но это дестабилизировало систему. Так, все, бегу. Не самое очевидное решение, друзья, мы даже не знали, как решить этот вопрос. И просто, оказывается, надо свалить бедного робота. На кнопку. На кнопку. Так, давай, панель стабилизации, я подключаюсь. Ну давай, я готов. Активировать. Ожидание на пасту. Активировать. Поехали. Установить коэффициент плотности на 5. На 5 коэффициент плотности. Где это? Где это? Где это? Где это? Так, у меня вроде нету коэффициент плотности. А, вот, все, вижу, 5. Во. Ага. Выберите Б устройство исправления перегрузки. Ага. Установите перезапись статуса на паника. Паника. Перезапись статуса на паника, вижу. Коэффициент плотности 4. Есть шок-контроль на гидравлический. Готово. Добавь одну каплю в жидкостный гидрогенизатор. Ага. Есть разъем красный. Подключить разъем красный. Это у меня, тебя, да? И следом установи тензор скорости на 66. А у тебя D-устройство. Угу. Стабилизация прошла успешно. Все. Вентилятор отключен, теперь отключите лазерную систему, которая не позволяет попасть в шахту. Хорошо. Так, ну вот второй робот у нас. Да, сейчас я его взломаю. Так. Поехали. О, ну-ка, стой, подожди-ка. Ты чё? Блин, сейчас какой-то... А, или это ты мне сейчас показывал? Да. А, то я мимо тебя проезжал, там, получается, был значок ножа. Типа, я, может, я тебя ушатать могу? Кстати, нет, я быстро езжу. Это я тебе тут все отсылаю. Смотри, смотри, быстро езжу. Ну да, ты тут вообще как ужаленный. Ладно, заезжай, мне надо код. Давай. Двери. Так. Код. 93-23. 93-23. Вот, видите, друзья, так не нужно хранить пароли от дверей. Да, никогда не вешайте пароль на монитор. Так, что там дальше? А, охрана системы. Лазерная комната. Да, сейчас я тебе скажу. Мне эта комната напоминает фильм этот «Лысый нянь» с Вином Дизелем, когда он там это тоже прыгал в конце. Вот, вот где здесь стоишь сейчас, на 3 клетки вперед. Раз, два, три. Налево, ага. Да, сейчас налево 3 клетки. Ну, до упора, короче. Ага, так, здесь. Потом вперед на 3 клетки. Так, раз, ага. Два, три. До конца. Так, да, теперь направо, да, до конца, до стенки сразу. Теперь до колонны. Так, теперь три влево. Раз, два, три. Притворяюсь, как будто я не знаю. И теперь прямо.
Так, ну что ж, надеюсь, что все получится. Да, вот на этом моменте, друзья, у нас игра вылетала, и сколько раз мы пробовали перезаписывать, но ничего не помогало. В итоге поменялись ролями, все заработало. Да, странная какая-то вещь. Так, отмычки, отмычечки. О, давай. А, вторую. Какую? Ну, давай, давай вторую. Так, я уже не был. Ты коричневые двигаешь. Да, точно. А подожди, смотри, стой, вот эту надо. Да, я вспомнил, да, давай. Ага. Вот так можно задвинуть. Так, давай теперь. Это... Так. Все, готов? Таким образом, да, давай. Подъезжаешь как раз сейчас. Ага. Оп-оп-оп. Давай первую. Давай первую. Так, тут у нас что? А, тут просто две, вот да, эту... двигаются. Так, а я, вот, вот я эту забыл. Тебе, по-моему, нужно было. Коричневую тебе нужно упустить. А, да, все, точно. Да-да-да, давай, вот так вот. Нет, подожди. Нет, ты за нижнюю вот так вот веди. Вот, да-да-да. Вот, видишь, они сместились. Все, поехал. Теперь все. Давай третью. Так, а вот тут я что-то не помню, как... ты просто можешь проехать, наверное, да? Ну да. А тут, видишь, нельзя касаться. А, я же ее должен двигать, блин. Я забыл. Давай. Да-да-да-да-да, все, поехали. Блин, они одновременно, коснулись. А, коснулись одновременно. Да, там же нельзя вот этой верхней касаться. Блин, сильно уехал. Так, готов? Ай-яй-яй-яй-яй. О, прям вообще. На тоненького. Аварийная остановка. Нажимаем. Nice work, but it made the system unstable. Так, опять стабилизация нужна. Так, 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 а где же она? Где она, блин? Стоит, нет, не роботы-уборщики. Я забыл уже. А, вот она, панель стабилизации. Так, куда я побежал-то? Я готов. Я тут, малят, запутался. Угу. Поехали. Давай. Выберите 8 на ветряной турбине. Так, 8. И добавь 2 капли в жидкостный гидрогенизатор. Есть. Установить рубопровод для кислорода на средний. Это у тебя, меня, да? Да. Коэффициент плотности на 3 тебе также надо. Коэффициент плотности на 3. Угу. C-устройство выбери. Направление потока вверх. Направление потока вверх. Так, это где у меня? Ага, вижу. Зарядить зарядное устройство. Все. Оп. Так, включить активатор надува ВК. А, это у меня. Нажмите сброс платы. Сброс платы, ага. Ускоритель частиц выкл. Ускоритель частиц выкл. Нажать квадрат. Ага. Выделитель клапана G2 тебе надо установить. G2. А у тебя зарядное устройство. Зарядить, да? Ага. Так, направление потока вниз. Направление потока вниз. Выберите 5 на ветряной турбине. Это где у тебя? Угу. Стабилизация прошла успешно. Отлично, теперь спускайтесь по вентиляционной шахте и обойдите препятствия с помощью горелки. Так. Да, только ты мне еще должен доступ дать в нее. Ага, все. Все, получил? Да-да-да. О. Так, ты мне, наверное, должен тут это поправить. Да. Так, вот где-то так примерно. У меня очень хорошо, что вот ты эту горелку в руках держишь, и там идет лазером прицел. То есть я примерно могу понимать, куда ты смотришь. Так, первый люк подтянуть. Смотри, смотри, тут эти, опять же, красные есть трубки, где нельзя резать. Не, я их пока что вижу. А, ты их видишь? Там другой, да, в другой не видел. Здесь я пока еще все. А, ну тогда давай, режь. Температуру ты тоже, да, по-моему, видишь? Да, вижу. Пока все нормально. Ну да, вроде как не надо. Пододвинь меня чуть в другую сторону. Вот так? Вот так, он не достает. О, супер. Так. Так, вот так тебе, наверное, надо. Так, сейчас температуру скину.
Не забывайте, что вы можете вращать свое тело, это поможет вам пройти через узкие места. Ты не туда вращаешься, во. Да я почему-то не вижу свое тело, я не понимаю, как я вращаю. Вот сейчас тебе нужно на 90 градусов повернуться. Ага. Во. Так, сейчас смотри, сейчас будут лазеры. Сейчас нужно будет... Так, точняк, ой-ой-ой-ой, страшно, да. страшно. Так, вот стой вот так, ага. А-а-а! Ну да, кстати, там по руке твоей прошло. Смотри, вправо. А, ну или так, давай. Ага. Блин, я не понимаю, как это работает. Все, вот давай чуть-чуть правее возьми. Все, вот так. Так, второй люк сейчас будет. Я просто не вижу, ну, типа, я вижу, что я кручусь, а я не понимаю, типа, как я в плоскости вообще лежу. Так, вот тут вот уже ты мне должен точно подсказывать. Да. Давай с левой, наверное. Ну, давай, да, давай с левой, подожди, с твоего лева, правильно? Ну да, с моего лева. С твоего лева. А смотри, правую сторону режь трубы. Ага. Есть. Так, следующую любую можешь резать. Ой, подожди. Давай. Вот это была подстава сейчас. А здесь левую режь. Так, вот здесь левую тоже. Так, температуру может? Ну давай скину. Как говорил CJ, охладить, ну сам знаешь, что, короче. Ага. Так, ну здесь, в принципе, без разницы, режь любую сторону. Так. Теперь здесь вверх режь. Так, здесь низ. Здесь любую. Здесь право получается у тебя. Ага, здесь лево. Так, нет, погоди, температуру давай. Ну, давай. А здесь... Так, правую, нет, не, левую. Так, а подвинь меня чуть. Не, наоборот, ага, вот так вот все. Вот, и последнюю любую режь. Угу. Все, ништяк. Так, езжай. Тут тоже будут лазеры какие-нибудь? Нет, уже тоже все, конец вроде как. А, ну все. У меня на карте тут показывается сама эта вентиляционная шахта. Опа. Все, вне зоны достигаемости. Пришло время побыть сыщиком, изучить базу данных улик вместе со своим партнером, чтобы найти и разблокировать конфискованный смартфон Сайфера. Ну что, наша любимая база данных. Да. Код доступа мне нужен. Код доступа 2926. Угу. Так, давай так с видеозаписи начну. Да, давай. Сайфер, кстати, тут он помечает Сайфер, настоящее имя неизвестно. Да, у меня так же. Так, вот. Начиная с этой цифры, сопоставьте информацию в вашей базе данных и базе данных вашего партнера, пока не разблокируете телефон Сайфера. Короче, нам надо с тобой по этим данным отследить, где лежит его телефон. У меня есть серийный номер пистолета Сайфера. У меня логин телефона Сайфера. Ну, в принципе, я так понимаю, он в конце понадобится для того, чтобы его взломать. Ну да. Так, а на видосе здесь бы больше, наверное, ничего нету. Ну, на видосе нет, ничего у нас не было. 4267 9964. Так, 4267 9964. Так, вот справочный указатель у меня есть. Угу. Вот, и у меня. Сейчас я тебе напомню. Скажи серийный номер пистолета. Серийный номер пистолета. Сейчас еще раз гляну. 4267. Так, сейчас, подожди. 4267. Вот 4267 9964, да? Да, именно он. Он лежит в шкафчике 74. Угу. А справочник указателей МТ-445. Вот, МТ-445. Сейчас я найду, подожди. Тут по алфавиту как раз они выставлены. МТ-445. Правильно, да? Угу.
Сото, инспектор, 28 июня 29 года, сбор данных. Так, это тип преступления, да, сбор данных? Да, тип преступления, сбор данных, 28 июня 29 года, МТ-445. Так, ну вот, в списке кодов преступления сбор данных числится как ЛЛР. ЛР. ЛЛР, говоришь, да? Да, да, это код преступления. Так, сейчас буду искать. ЛЛР. Пистолет и iPhone X7. Даниэль Морено. Оно? Наверное. Ну, наверное, сейчас iPhone X7, да? Да. Так, сейчас найдем, сейчас найдем. Ой, погоди, iPhone, iProfile X7. Ох уж эти. iProfile. А, я понял. iPro X7, да? Да. Так, это шкафчик номер 5. Шкафчик номер 5. Вот здесь-то нам и нужен логин. Да, сейчас скажу. Шкафчик номер 5. Все, нашел я этот сейчас. iProfile. Ага, сейчас. 41-58. 41-58. Угу. Так, погнали. О, мультики пошли. Ну, вот так вот. Так вот, друзья. Ну да, как-то так. Mission completed. А как ты оттуда будешь выбираться, интересно? Я вот не знаю. Но это уже другая история. Вон, я пробежал. Ну я видел, а как ты вышел из здания-то? Всем спасибо за просмотр, друзья. Если ролик вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропустить новые крутые видосики. Ну а с вами были Дамриэль и Юра с канала «Хочу играть». Всем гудбайте и до новых встреч. Всем пока-пока.